Not for broadcast, или не для трансляции, свежевышедшая игра, неполная версия, об этом чуть позже, которую я стал ждать после того, как начал читать ее описание. А там в описании говорится: вы управляете выпуском теленовостей. Все, стоп, на этом моменте я перестал читать описание, потому что этот концепт уже сам по себе выглядит крайне-крайне интересно. Но надо все-таки добавить, что мы будем управлять не просто обыкновенным выпуском теленовостей, а в условиях, где в стране приходит к власти какой-то не очень хороший политический режим, что-то вроде такого. Из-за этого игру уже начинают сравнивать с чем-то вроде Papers, Please и другими подобными играми с политическим антуражем. Возможно, кстати, это будет здесь как раз-таки, ну, частью основного концепта. Потому что мы будем делать выпуск теленовостей, исходя из того, что происходит, как бы, за кадром. Впрочем, посмотрим, что нас здесь ждет. Это действительно не полная версия, как я и сказал, а только лишь пролог, специальная бесплатная версия. Такая своеобразная расширенная демка, что ли, которая появилась в Steam. Полная версия, как можно увидеть, выйдет в январе. Естественно, мы ее будем ждать. Ну а сейчас пройдем этот пролог. Я думаю, что пройдем, потому что вроде как он достаточно короткий, меньше часа, и мы справимся. Давайте, собственно, приступать. Русский язык есть, это очень здорово, учитывая, что здесь много нужно будет воспринимать, да, речь. Это хорошо. Начинаем. Назовем нашу игру АКТВ. Почему нет? Джулия Сэлисбери, известный адвокат и любимица СМИ, одна из лидеров партии «Прогресс». Ну вот, вот, собственно, уже и политики нашло здесь место. День первый. Отлично, красными буквами. Так, перед нами уже телеэфир, что ли? Ага, нам звонят. Ну что, возьмем трубку. Наверное, стоит взять трубку. Тут даже есть управление какое-то. О, так, крутить именно камеру можно только при помощи клавиатуры. Мышка здесь, нажимаешь на кнопочки. Отвечаем, отвечаем. Важный звонок, наверное, нельзя его пропускать. Hi, David, I have a call for you. I'm just putting it through. All right, mate. David, listen, I know you've only come in to clean up the place, but I've got a bit caught up, so you're gonna have to run the news tonight. Now, don't worry, it's not hard, and I'm gonna stay on the phone and help you. First, I'm gonna give you a quick tour of the broadcast room, so if you're Мы даже не профессионал, получается, в этом деле. Так, для этого мы повернемся сюда. Вот это, да? Ну, это он для самых тупых объясняет. Мы уж это поняли. Ага, вот, это то, что видят зрители. О, я думаю, это важно несколько секунд. Так, это что такое? 4 экрана. Понятно. Я боюсь даже туда посмотреть, потому что мы еще налево не смотрели, что там может быть. Окей, да, я так думаю, как только мы потянем за этот турбильник, собственно... Начнется жесткая свистопляска, так что пока что спешить не будем. Давайте просто еще осмотримся, может быть, что-то сами можем здесь заметить. Может быть, это наша фотография, может быть, этого как раз нашего друга, который здесь обычно работает. Фух. Ну что ж. Будем надеяться, что все будет не так уж и страшно. Вроде как освоились. Вот это здесь все не должно работать. То есть, что он нам сказал, вот эта информация основная. На это пока даже не смотрим, здесь слишком жестко. Хотя тут есть интересные кнопочки, например, цензура. И здесь у нас громкость. Ой, зря я начал нажимать. Здесь тоже что-то можно нажимать, но пока не будем. Так, ну давай включаем. Длинные титры — это хорошо, как мы и сидим. Так, что? Черт. Ага, вниз. Ух, времена аналогового телевидения, чертова. Так, врубаем 3 любые рекламы. Ничего страшного. Я даже не смотрю название этой рекламы. Какая разница какая? Бамли ждет. Интересно, что это будет? Посмотрим. Все, вставили, да? Ага.
Мы в эфире 20 секунд. Или это нет, это время наоборот идет в другую сторону. Так же какая-то программа началась. Мы должны ее вести в эфир, судя по всему. Так это то, что мы видим, а это то, что пока что видят зрители. Сейчас эта программа, вот это выйдет в эфир. Да. Выпуск новостей начался. Ой, это у нас мозг от этого затечет, черт возьми. Количество зрителей увеличивается. Как можно слушать одновременно две вот эти линии временные? Можно выключить один звук где-нибудь? Да-да-да, можно выключить звук. Или нет? Нет, непонятно. Я боюсь эти кнопки нажимать. Реклама вставлена, то есть здесь мы пока сейчас ничего не трогается. Ага. Вставили. Да, и это заставка новостей, все окей. Делаем идеальный выпуск. Уменьшится или исчезнет? Я жду этот момент. Достаточно длинная у нас заставка. Пока не переключаемся. Они там еще и не готовы вдобавок. Не стоит на них переключаться. Вот эта сфера, это типа глобус ты имеешь в виду? То есть планета Земля? Так, он хорошо, он помогает мне. Давай. По-моему, я чуть-чуть опоздал. Ой-ой. Да, это какой-то, соответственно, у нас тут дополнительная мини-игра. Черт. Помехи появляются, если ты не проходишь в этом проходе. Какого черта? Это Флэппи Бёрд, что ли, местный? Флэппи Бёрд для телевидения. Так, подожди. Слишком за многим всем нужно следить. А что включать? Подожди, я за помехами слежу. Ага, у нас три рекламы. Это три рекламы, вот это. Так, я, наверное, сначала включу вот это, потом это, потом это. Так, логично. Так, помех больше нет. Это после рекламы. Ага, хорошо, я готов включать рекламу. Вроде как все, да, верно. Отлично, здесь перерывчик как раз. Так, включилась реклама. Кого мы слушаем, рекламу или этих ребят? Так, здесь мы ничего не трогаем. Как настроить звук? Я хочу пока разобраться. Я пока даже не слушаю, что они там говорят. Черт, здесь где-то должно быть это. Так, у нас закончилось все? Ага. Ой, это ужасно. Слушай, ну это очень круто, на самом деле. Я думал, что здесь будет все намного казуальнее, а тут прям серьезно так. Не дольше, чем на 10 секунд. Я, кстати, обычно отсчитываю, как долго планы длятся на телевидении. И тут внезапно это пригодится мне каким-то образом. Так, подожди. Не задерживай план дольше, чем на 10 секунд. Крупные планы должны быть не длиннее 3 секунд. Все, верно. Основные правила изучили. Да. Все, я готов, я смогу. Пока у нас идет реклама. У нас пока один рекламный ролик. Так, вот время отсчитывается. Сейчас все готовы будем. А что мы сначала включим? Наверное, первое. Потому что этот чувак уже здесь был, да. Черт, я готов, как волнительно. Так. У меня теперь не подсказывает, я сам должен буду. Welcome back to the National Nightly News. Later we'll be hearing from shock election winners advance. Так, смотрим на секунды. Ага, я готов. Неплохо получилось, неплохо. Давай сначала второй, может. Неплохо, зрители увеличиваются, потому что мы хорошо переключаем камеры. Having you here with us is among ours. Right, now just try and stay on whoever's talking.
Да-да-да, нужно сконцентрироваться, не мешай мне на этом. The medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the raft, Peter Jensen, the director. Питер Дженсен, это не Питер Джексон, так что не особо важно, он говорит. Так, второй. Now back to Thunder Twat. I said to Peter, what a wild ride this has been. What a wild ride this has been. I really meant that. Wow, that is fantastic. Ой-ой-ой, слишком быстро переключаем, так нельзя. Absolutely right. A scientist. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rock. Он смотрит в камеру, нужно этим воспользоваться. You'll remember that that was the true story of one soldier's fight for a love that surpasses all else. A love, of course, for freedom. I think it's grossed over $1 billion. But, так, на нем концентрируемся, потому что он в основном говорит. So sweet of you to mention it, but I really am not in it for the awards. Although those three little statues do take quite a place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So if you're not doing it for the awards, what is it then that drives you? That is a beautiful question, Megan, and not easy to answer. И на него переключились, когда он начал говорить дальше. Я не совсем следую правилам, кстати, на самом деле. Cut me, and I will bleed. And often, that's how it feels, doesn't it? Я смотрю на центральный, на самом деле, экран. За ним слежу. Suffering for one's audience. I suppose in the end I do it for the difference. I suppose in the end I do it. I do it for the people that I inspire. I do it for the people. The little people. But most of all, I think I do it for the positive change. Давайте все-таки вот этот общий план пусть он чаще будет включен. Today, of course, we're in for some real change. It looks like in the coming few months. What do you make of this historic election? Да, только что выборы прошли, поэтому здесь ситуация. Well, now you're asking. Historic election result, indeed. Historic is the word. Well, difficult, isn't it? Very difficult. I think. I've always been quite clear that when it comes to politics, that one should always strive to not fuck things up. Ой, это зря. Don't worry, won't do it again. Подожди. Okay, don't panic. I'll explain how to deal with. Ой, он что-то слишком много говорит. Подожди. I've swapped the shot of Jeremy on screen one for a VT of the movie clip. You'll get a countdown on the screen, but I'll just let Megan cue you in. My character, Dr. Lance Hemlock, is faced. Так, ждем вот этого первого экрана. Я сейчас не слишком рано его включил туда. Exciting stuff. Let's take a look. Так, помехи могут начать появиться. Двигаем одновременно теперь этим. Пока выключили эфир. Watch out for that interference, mate. Да, хорошо, я слежу за этим. У нас тут в программе тем временем что-то происходит. А мы не можем услышать, что там происходит. Конечно, нет. Ой, помехи, быстрее поднимаем. Не так сильно. Что мы вообще показываем? Я на самом деле не очень за этим слежу, нужно следить только за ругательствами и все. Невозможно же вообще понимать одновременно, о чем они говорят вообще. Это, видимо, как раз отрывок из его нового фильма, который они тут рекламируют. Так, там все выключилось в эфире. Когда отрывок закончится, что мы показывать-то будем, рекламу? Здесь просто нужно избежать помех. Какой-то трэш на самом деле мы рекламируем, этот фильм я имею в виду. Это явно не блокбастер. Хотя, может быть, здесь, в этой стране, это и блокбастеры. Так, помех мы избегаем очень даже неплохо. Ага, я только как раз подумал о рекламе. Хорошо, у нас 20 секунд до конца отрывка. И как раз с окончанием отрывка мы сразу включим рекламу. Здесь все должно пройти гладко. Что-то слишком долго идет, по-моему. Да, все, название показали, можем включать рекламу. Давай, объясняй. Я вижу кнопку «Цензор», но когда нужно ее нажимать? Да, главный экран в центре.
Она даже зажжется, чтобы совсем уж не запутаться было. Ага, кнопка действует на вот этот экран, значит. Невозможно слушать две дорожки, совершенно верно. Но она же даже засветится. Ой, ну это очень просто. Да, на самом деле это очень просто. Здесь все-таки очень много упрощений. Да, да. Но мы-то не такие, нас этому никто не обучал. Здесь можно повысить громкость главного экрана. Вот где можно кольцо. А это громкость как раз левого, да? Да, вижу. У меня уже были начались проблемы. По-моему, реклама заканчивается. А, нам нужно 2 секунды отсчитывать, как только лампочка загорится. Так, все, мы готовы выпускать обратно новости. Так, вот лифт экран. Здесь реклама, кстати, не показывается. Я на это не обратил внимания. Так, все, я готов. Чуть-чуть рано, ну ладно, нормально. Надеюсь, для него цензуру включать не надо будет. Ой, это долго. Это долго. Так, здесь будут явно у нас проблемы. Он будет материться, 100%. Ой, да-да-да. По-моему, я промазал. Черт, я промазал. Все, я все-таки слежу за индикатором. Мне сложно следить за голосом. 10 секунд. Мат. Так, экраны переключать. У нас что, тут дебаты вообще? Я даже не понимаю, что мы показываем. Давай я сейчас переключу на первый, вот это было бы забавно. Она материться не будет, это уж точно хорошо. На нем нужно только концентрироваться. Рано! Две дорожки нужно очень хорошо здесь поработать со звуком. Здесь очень индивидуально для каждого человека должно настраиваться. Точно-точно переключаемся. Сейчас неплохо вышло. Да, видно, что к власти пришла какая-то очень сомнительная партия, если у них в голове вот такие вот ребята. Опять я не смог полностью заглушить. А, черт. Нужно ее держать, а не нажимать. Переключаем экраны, черт мы забываем. А что там происходит вообще? Ой, он, по-моему, чушь какую-то несет страшную. Она тоже немножко бухая? Нет, она все-таки получше явно контролирует себя. Ой-ой-ой, мата много. Сейчас хорошо наконец-то получилось. На звук я пока не ориентируюсь, это безумно. Так, по-моему, они только что говорят о том, что ограбят всех. А, вернут богатство. Куда они вернут богатство? А, в обычных людей. Социализм, что ли, настал? Сейчас неплохо переключили.
Ой, это жестко. Сейчас переключаемся обратно на первый, да? Interesting acceptance speech there from France. And our apologies for the fruity language. Что? О, помехи, чертовы помехи. Я забыл про них вообще. So, as the country braces itself for new government, that's all from us this evening at the National Mighty News. We'll be back tomorrow with full coverage of the first day in France. Фух, боже мой, какой напряг жесткий. Сейчас рекламу включаем. Джереми Дональдсон, до свидания. По-моему, я опоздал чуть-чуть. Почему ты вряд ли вернешься? По-моему, это было явно не лучший эфир в истории этого телеканала. Эфир завершен. Что, серьезно? Фу, дайте мне отдышаться. Выходит в январе. Alan James is right. We're working every hour we can just to try and cope with the caseloads on our desks. For a return to the days when you could safely walk the streets of your community at night, looking in through windows and generally enjoying your neighbours. Yeah, that was definitely a job there. All right, Gary's a fish, and you're just a sad little girl with two gay dads. Вау. Ну, слушайте, судя по этому трейлеру, игра будет намного больше даже, чем вот этот офигенный пролог. Это было, по сути, обучение. А тут столько разных еще функций будет, и будет действительно, скорее всего, вероятность выбора. То есть мы можем двигать будем сюжет куда-то в какую-то сторону, выбирая, что будем ставить в эфир, да? Видимо, у нас будет такая более важная должность. Возможно, телепередачи, возможно, покупки какие-то там чего для предметов для эфира, да? Или для просто для студии, в которой мы работаем. Множество различных программ, там подстройка под музыку, клиповый монтаж, разные виды самого монтажа. Ну, это действительно выглядит круто. Ну и сам пролог действительно порадовал. Юмор это здесь на то, что будет делать акцент. Часто будет черный юмор. Это круто. Но на самом деле за ним сложно следить. Видимо, нужно действительно приноровиться, потому что это по-настоящему напряженная игра, в первую очередь. То есть я практически не следил за тем, что вообще там они говорят, потому что это невозможно было делать. Ну что ж, Not for Broadcast в январе полная версия. Сейчас мы прошли пролог, в следующий раз сыграем какую-нибудь новинку, другую новинку. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр и пока что. Всем пока.